кирпичик Гунтин от компании Юнфа. Собственно, этот кирпичик, это такой пуэр на каждый день от них, стоит недорого, удобный форм-фактор, кирпич 250 грамм, чем-то похож на Юнжэнь Гунтин, но основное его отличие в том, что он 2011 года, то есть он достаточно выдержанный, поэтому у него сбалансированный вкус, он мягко пьется, он никак не горчит на перестое, его можно заваривать в нефть, при этом сырье там достаточно мелкое, он отдает очень быстро заварку. То есть для тех, кто любит вот с утра вместо кофе попить пуэра и куда-то побежать по своим делам, он очень хорош. Потому что даже если состояние весьма сонное, он быстро там с 2-3 проливок бодрит, весьма уверенно. Если вы хотите заварить его крепко, то вот он свой вкусовой баланс сохранит. По вкусу он в первую очередь с ореховыми нотками, древесный, но при этом в меру древесный. Немножко какие-то чуть-чуть ванильные, может быть, оттенки. Вкус не очень выраженный. И, собственно, поскольку это рабочий гунтин для того, чтобы получить состояние, это и хорошо, потому что он в крепких заварках не становится приторный и перенасыщенный. Держит пролив стабильно и достаточно долго. Так что хороший пуэр на каждый день рекомендуем.